Кондрець Andrew Wright. Чекай. Смотрите, это акварель, но он реалистичная школа. Но вся не художник, но просто вообще. Ну и вообще как бы. Вот смотрите, сколько я деталей веду, я еще точно сама не знаю, но я их буду смягчать. Пройдем по Большой Неве внутренним каналам Петербурга. Нева, понятно, Большая Нева. Подойдем к острову Новая Голландия, выйдем крыши Аврора Маленького. Просто так, по наитию. Полюбуемся спасом на крови. Ну, у нас уже пятно. Становится все более жестко. Птичек полетели. Здесь ты же видишь, насколько обобщено. Чего? Нет, не смысл. Я думаю, вот это вот уже. Здесь мне нужно просто, чтобы ну, какая-то узнаваемая деталь появилась питерская, да? И то вот я уже слишком жестко получается. Надо светлее потом. Не было слишком жестко, надо светлее потом. Раз акварель все равно, она должна быть мягкой. Ну да, видишь, у меня уже пересыпались, потому что ветер достаточно сильный. Значит, больше формат стоит, не стоит брать, лучше меньше чуть-чуть. Тогда она будет нужного нам тона. Значит, ну, пока мы писали, вот это вот стало чуть-чуть темнее. Может быть, взять ее чуть-чуть темнее из нынешнего. Это вот мне помогает, как бы несколько и обобщить. Сейчас, наверное, надо взять кисточку.